Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, мы продолжаем играть в игру Clash Royale. Так, что мы с вами здесь получили? Я недавно открывал золотой сундук, и здесь мне что-то выпало, что я могу, естественно, прапать. Ага, давай улучшать, конечно же, королевских рекрутов. Так, могу еще, да, ребят, еще могу улучшить. Короче, играл недавно, буквально, может быть, часа три назад. У нас из 5 побед, ребята, было всего лишь одно поражение. Но меня бесят такие люди, которые просто-напросто целенаправленно выходят из игры или просто не играют. И ты должен один надуваться, естественно, ничего у меня не получается, и мы фейлимся. Я надеюсь, в этой игре таких ребят будет поменьше. Я на это надеюсь. Ну что же, мы с вами будем играть, как обычно, в Royale Pass. В данный момент я на 8-й миссии, нам нужно перейти на 9-ю. Я так понимаю, ребята, здесь какая-то эпическая карта выпадет нам. Ну что же, 2 на 2, как обычно, быстрый бой, поехали. Ищем игроков, надеюсь, адекватный попадется нам игрок. Так, костяная яма. Слушай, ну неплохие, ребята, у него картишки, правда, очень дорогие. Он вызывает голема. Хорошо, пойдет у него, короче, голем. Что он будет, ребята, делать? Давай мы, наверное, сюда поставим мушкетчика, а вот сюда ведьму. Так, смотри, что он вытворяет. Эй-эй-эй-эй-эй-эй-эй-эй-эй. Это ты специально так сделал? Не знаю, ребят, для чего он это делает. Но, как видите, опа, рыцарь. Рыцарь, ребята, блин. Я бы и рад помочь, но... Как? Давай так попробуем. Попробуем его расстрелять. Так, маленькие големчики у нас вот так. Что-то как-то твоя баллиста вот эта вот бомбит совсем хреновенько, если честно. Давай прикроем. Он вызывает шар. Скелетов мои, конечно, тут расколбасят. О, ребята, у него 7-го уровня дракончик, я смотрю, и 9-го. Это плохо. Это плохо, на самом деле. Тут еще и пека. Ладно, пеку мы убрали. Пеку мы убрали, и все равно он, ребята, нам подбил. Так, слушай, выходит, ребята, великан. А это что такое? Это что еще за трихомудия тут летающая появилась? Так, ну что, мы, наверное, вторую башенку-то сейчас ему уберем, судя по всему. Давайте валькирию поставим, хоть как-нибудь, ребята, здесь забомбить этого великана. Рыцарь. Так, есть у кого-нибудь, скелеты? У него нету, у меня тоже пока нету, ребята, ладно. Попробуем забомбить. Так, пека, хорош бегать, тут суетиться. Взрываем вторую башню ему. Отлично. Ну что, пока я вам скажу, ребята, одно. Идем довольно неплохо, я вызываю шар. Так, он вызвал дракончика. Он, ребята, вызвал дракончика. Давайте попробуем, наверное, и пеку, и дракончика этого завалить. Погоди, а где у меня? У меня стрелка, что ли, уже убили? Да, ребята, у меня убили стрелка. И он вызывает гигантского скелета. Естественно, он не пройдет здесь. Воу. Слушай, ну тут изи победа. А что он ржет-то? И Сева очень хорошо сыграл. Молодец, молодец. Давай тоже пободрим. Так, ну что. Ой, блин, он хотел сыграть снова. Господи, ребята, я как всегда спешу. Я, как всегда, спешу, не посмотрел, что он хочет следующий бой провести вместе со мной и отказался. Ладно. А так, в принципе, все в адеквате, парень нормально все делал. По крайней мере, не выходил из игры, как многие это делают. Так, зачем? Зачем ты вот так вот делаешь? Я вот этого не понял, на самом деле. Так, это что у нас тут, ребята? Бочка? Бочка со скелетами, если я не ошибаюсь, да? Ой-ой-ой-ой-ой, вот эти вот плохие, ребята. Так, он вызвал еще и голема, ко всему прочему. Давай мы попробуем, ребята, его расколбасить здесь. Он сейчас еще, по-моему, на двоих големчиков, да? Ты смотри, что делает. Ой-ой-ой-ой-ой, как-то, ребята, нас тут бомбят, если честно. Подрывник, успокойся, этот скелет достал. Слушай, не дает. Не дает он, ребята, нам ни секунды покоя. Как вы видите. Все у нас как-то немножко печально здесь происходит. Тут еще один, ребята, дракончик. Этого дракончика нужно нам убрать. Естественно, будем стрелками его сносить. Так,
И попробуем. Получится? Нет, ребят, не получится нам базенку ему снести. Но не зря он здесь поцарапал нам. И эту. Видимо, он будет каким-то образом все это дело добивать. Судя по всему, естественно, вызываем ведьму. О, там еще, ребята, и стрелок. Блин, да что ж ты будешь делать-то? Маленькие гномы тут бегут. Так, слушай, нет смысла, ребята, в скелетах здесь. Вот серьезно вам скажу. Если только вот в миньонах. Да, мы лишились с вами первой башни. Копатель, это, конечно, не то. Ой-ой-ой-ой, ребята, сейчас мы лишимся и второй башни с вами. Как это не прискорбно звучало бы, скорее всего, так оно и будет. Так, ладно, он все, смотрите, он все на воздушных, ребята, на воздушных юнитах специализируется. Я хочу, конечно, попытаюсь, как, смотри, травит потихоньку, да? Потихонечку он мне, ребята, травит. И сейчас забомбит, нет? Давай еще, так, одну башню мы тоже ему снесли. Хорошо. Давай, наверное, блин, ты смотри, что делает, а? Попробуем. Попробуем. Ох, ёпрстэ. Тут, конечно же, у нас, ребят, валькирия. Только лишь с помощью ее сможем устоять еще как-то. Давай зажмем, наверное. Так, вторую башню, ребята, мы потеряли. У нас есть еще время? Или нету? Есть или нету, я не знаю. Шарик-то мой долетит. Ну, удар там, пожалуйста, нанесите удар. Пока отыграли, ребята, ничью. Давай продолжать дальше. Посмотрим, что у нас тут выйдет. Так, ну что, давай вот этого стрелка забомбим. Вроде бы как забомбили. Так, попытаемся. Но выйдет, что не выйдет. Пока, ребята. Так, как раз скелеты под валькирию. Миньоны, ребят, летят. Давай вот так вот тоже, ребят, прикроем все это дело, все наши тылы. Да, которые у нас не защищены. Ну, он, конечно же, он тут будет магию применять и все подряд. Ох ты, ох ты, ох ты. Смотри, что происходит, ребят. Да зачем ты бочку-то бросаешь туда, господи, не надо этого делать. Давай вот здесь вот, ты смотри, что тут происходит. А ты ерундой какой-то страдаешь, это серьезно тебе говорю, это ерунда на самом деле. У нас вот так уже здоровья на башне очень мало. Очень мало, нам нужно здесь в любом случае как-то, не знаю, побеждать, выигрывать. Шар, конечно, бы вот было бы неплохо на самом деле, ребята. Давайте я поправлю вот так вот. Ой, голем! Ребят, я, честно говоря, просмотрел вот этот вот нюанс, момент. Давай попробуем. По-моему, ребята, фейл, да, здесь? У нас будет фейл, судя по всему. Мы не успеем. Не успели, к сожалению. Какой-то мелочью нас просто-напросто вынесли. Каким-то скелетами и прочей ерундой. Да. Были, ребята, какие-то небольшие нюансы, которых можно было просто-напросто избежать. Зачем вот эта вот башня? Не знаю. От нее мало толку. Так, что у него тут? Да ладно, ты серьезно, что ли? Ты видел, что у него, ребят? У него в основном банки, пробирки, всякая ерунда. Зачем мне это нужно? Что-то какой-то вообще неадекват на самом деле. Мне достался, по ходу дела. Просто неадекват. Так, хорошо, предположим. Ты что, вот серьезно, что ли? Вот так вот ты... Что он делает? У него тоже, ребята, там шар, да? Он на ускорении. Ой, базу там нам, по-моему... Нет, башенка выжила все-таки у нас. Что он там делает? Что за неадекват-то, господи? Я серьезно говорю. Давай, наверное, вот так вот сделаем. Мак, давай, бомби этих миньонов, пожалуйста. Ой, башню тоже мы, ребята, потеряли с вами. Ну что, погнали? Слушай, что за идиот, а? Ну, серьезно говорю. Он задолбал уже тут ржать. Так, пускай, ладно, ребят, этот шар. Мы с вами попробуем, наверное, вот так вот
миньонами расколбасить его. Также и этого рыцаря. Да, взорвались все мои миньоны. Да ты достал уже, серьезно тебе говорю. Так. Он пытается, я ничего не говорю, ребят. Пека! Господи, так. Блин, достал ты уже ржать, ну серьезно тебе говорю. Давай, ребята, попробуем выпустить дракончика. Так, он бросает бочку. Оу, вау, 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 тихо ты. Да ладно, такую, они вдвоем, ребята, здесь их отправили, да? Ладно. Минусанули, хорошо, фиг с ним. Попробуем. Двойное ускорение у нас манное, ребята. Так, заморозка. Так, ну и стрелка, конечно же, надо выставлять здесь. Шар не должен долететь. Так, что далее-то? Давай, наверное, ведьму попробуем, ребята, да? Он фаербол. А фаербол-то, по-моему, ребята, не сработал, ниша шарики. Неужели ничья у нас будет? Давай валькирию. Зачем нам тут валькирия? Бомбу? Да ты бы лучше бы... Немножко ты, конечно, не туда ее поставил. По-моему, ничья, ребята, да? Тут светит нам. Давай попытаемся. Ох ты! Нифига вы тут, ребята, наштудировали-то, смотри. Хотят уничтожить меня, да? Просто вот у них руки просто чешутся, как хотят они нам забомбить всех. Но получится, нет, как думаете, ребят? Опять придется нам мага вызвать. Опс. Так. Кабан. Кабана нельзя, ребята, пропускать, отлично. Двигаемся далее. Как ты вот достал меня со своим вот этим вот гигантским, ребят, скелетом. Давай, пошли у нас. Мушкетчика моего бедного прижучили. Так, дракон, давай, бомби. Да ладно, только не говори, что... Стрелы, отлично, хорошо. Шар полетел. Полетел шар. Он тоже, ребята, отправляет шар. И кабан. Ребята, мы выиграли. Мы вырвали победу. Слушай, он меня достал вот этим своим смехом, на самом деле. Павел Пушка. Ну, в любом случае, ребята, мы с вами выиграли. Так. Пускай неадекват, но победа-то все равно за нами. Ну что, ребята, поехали дальше. 2 на 2. Быстрый бой. Попытаемся. У него, заметили, ребята, вообще не было никаких юнитов, кроме вот этой бочки, да. И остальное у него все была магия. Так, а вот здесь, ну здесь нормуль. Здесь нормуль. Так, что тут у нас за хлопушки? Так, ну что, пойдет, я думаю, наверное, первая у нас ведьма. Блин, да что же у них всех мода на этих големов, ребят? У них у всех мода вызывать големов. Так, долетит или нет? Черт подери. Зачем я так сделал? Не знаю, ребят, зачем я так сделал, но... Я другого варианта пока не вижу. Более-менее адекватного, так скажем. Я офигею тут, что творится, смотри. Закидали, заплевали меня всего. Так, копим энергию, манну копим, ребята. О, вот этот вот дракончик, конечно, это фигня. Как фигня? Это мощный, ребят, дракончик. На самом деле. Давай вот так, наверное, сделаем. Стрелка. Кого он там? Ведьму, да, призвал тоже? Две ведьмы сразу же. Причем, не забывайте, ребята. Давай попробуем все здесь зажарить. Кедрени фени. Мне на самом деле хотелось бы отправить туда шар, если честно. Воздушный. Так. Угу. Ну, я даже не знаю, давай, ребята, миньонов выставим тогда уж. Ну, успейте, успейте забомбить, успели. Мага, ребята, уничтожили. Оу, с валькирией вместе, это классно.
Наверное. Смотри, 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 что он там делает. Пеньки, фигни всякую, ерунду выпускает на нас. Так, ну давай. Пускай переключится. Переключились, блин, называется. Ох, ёкаламане. Валькирию-то там кто-нибудь выставит, нет? Никто, ребят, никого не выставит. Поехали, два дракона. Одного дракона уже не стало. Слушай, ну вот голем, конечно, это имба, ребят. Голем это имба. Давай-ка вот так попробуем. Плюс еще два маленьких голема, да, здесь. И мы вызываем сюда мага. Маг, ты куда пошел? Я для чего вызвал дурила ты деревянный, а? Конечно же, не для того, чтобы ты пошел тут не туда, куда надо. Так, Пека бежит. Ладно, Пеку сейчас мы здесь убьем. Ой-ой-ой-ой, ребята, по-моему, не получится у нас, да? Проиграем по времени. Нам чуть-чуть не хватило, но... Чё ж поделаешь, игра есть игра. Как говорится, как сыграли, так сыграли. Так, погнали далее. 2-2, ребята, я должен накопить себе на следующий проход. В обязательном случае, ребят. Я не прекращу, пока не вырву. Я не буду ничего вырезать, ребят. Я не буду здесь оставлять одни победы и так далее, как это многие делают. Я оставлю все как есть. Так, секунду. Погнали. Так, у него вот это что за чувак? Вампир, что ли, какой-то? Я не знаю, ребят, что это за охламонище такое. Он меня нервирует. Так, у нас два таких. Давай, ладно, Валькирия плюс Стрелок. Он вызывает, ребят, дракончика. Ага, хочет, смотрите, кабана сюда вызвать. Вызывает он, интересно, или нет? Так, ладно, я поставлю сюда мага. И он мага вызвал, зачем? Вот из-за такой несогласованности мы, ребята, в основном и сливаемся часто. Так, это что такое? Это у нас ускорение, по-моему, если не ошибаюсь, да, ребята? Так, и у всех практически, ребят, гигантские скелеты эти есть. Погнал, короче, мой шарик. Скелеты у него тоже есть. Он интересный. А что? Да зачем ты так делал? Блин, да господи, надо вот этого вот уничтожать. Так, уничтожили, да? Башенку мы с вами одну. Давай-давай-давай, этого мага прям по, прям по спине ему. Так, одну башню мы уничтожили. Это хорошо. Так, это у нас кто? Это рыбак. Нифига, что он может делать? Я не знал, ребят, на самом деле, что он так вот может. Он притягивается? Ладно. Черт с ним. Стрелок опять. Слушай, ну вот это вот имбово, это, наверное, легендарная карта, я так понимаю, скорее всего, да? Пускай подходит. Вызовем, наверное, ведьму здесь. Так, ведьма. Ёлки-палки, и очень много летучих мышей. Вот всякую тут фигню на меня отправляет. Смотри. Давай, маг. Зажигай. Зажигай по полной программе. Так, там у нас пошли миньоны. Мы его заколбасили. Так, хорошо. Оу, смотрите, сколько там здоровья. Ребят, сейчас, по-моему, мы разнесем. Да. Победа. Он там потихоньку свою Пеку выставлял. Бежал. Хочет играть снова. Ребят, я хочу забрать сундук. У меня уже накопилось, да, на сундучок, ведь так? Да, ребята, и давайте смотреть, что у нас здесь выпадет. Уровень открыт. Так, хочу глянуть. Эпическое. В плане. Что это выпало? Я думал, на самом деле, это выпадет мне какая-то карта. Это какой-то эпический токен выпал. Зачем? Не знаю, ребят. Так, исцеление. Огненные духи выпадают мне. Разряд и боевой таран. Честно говоря, я бы, наверное, вот этих вот пек поменял. Господи, на гоблинов! Миньоны. Это у нас одиночный, да, по-моему? Не хочу. О! Королевский гигант. Фиг с ним. Пускай лучше будет королевский гигант у нас. Ну что, давайте, наверное, еще партийку сыграем, да, я думаю. Поехали, ребят.
быстрый бой. И попробуем. Так, я уже, кстати, давным-давно не менял состав своей команды. Может быть... Ага. Приблизительно, ребят... Ой, два корейца против нас. Я знаю, что они очень, ну, сильны в этой игре. Так, он ставит арбалет. Что мы тогда с вами можем тут замутить? Ну, давай, наверное, валькирию сюда вызовем. Так. Я теперь понял. Он сейчас будет нас, ребята, вот этими вот своими замками тормошить. Не замками, а вот этими вот базами. Поэтому нам нужно их сносить, естественно, ребят. Как можно быстрее. Так, тут у него еще, смотрите. Это баллиста. Ладно, давай прикроем магом все это дело. С этой стороны пруд. Ребята, с этой стороны пруд, пека. Слушай, ну мы справимся, нет? Я думал, что справимся. Так, полетел шарик наш воздушный. Сейчас уничтожим вот эту вот баллисту для начала. Так, ага, у него тут еще и печка. А почему не стреляет твоя эта баллисточка-то? Она должна бомбить. Так. Так, ладно, хорошо. Давай, родные мои, попробуйте расстрелять башню эту. Получится, не получится. Успеем, не успеем, я не знаю, ребят. Скелеты меня будут тут досаждать. Одну сейчас уничтожим. Все. Одну башню минусанули. Давай, валькирия, иди сюда. Будем с тобой вот этих вот пек всяких уничтожать. Сможем печку? Успеешь? Нет. А, успели. Ну что, и остается лишь еще, ребята, одну башенку нам с вами как-то накрыть медным тазом. Ладно, не будем пока делать это все дело. Давай вот так вот сделаем. Уничтожим эту, ребята, пушку. Да чтоб тебя. Начинается у него вот это вот shell time, fig time и так далее. Маг против мага. Ага. Давай, ребята, дракончика выпустим сюда. Дракончик, ну, бомби по его базе там, пожалуйста. Так, бочка летит, да? С гоблинами. Почикали. Так, давай сюда, наверное, валькирию призовем. Она должна разнести вот эти все базы, которые тут стоят в данный момент у него. Ну, валькирия, ну, быстрее, 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 давай. Сражение через сколько там? 10 секунд, пошел отсчет. Ой, как мы ему базу тут разбомбили. Так. Давай сделаем вот таким вот образом. Все, ребят. Победа. Хорош тут уже прыгать. Распрыгался кузнечик. Жалко, конечно, что мы главную базу не забомбили. Ну ладно, 2 очка, это тоже неплохо. Ну что, еще 7 побед. Точнее, не 7 побед, а 7 звезд нам нужно, чтобы открыть следующую локу. Что же там все-таки за эпический токен мне выпал? Не знаю, ребята, я даже не посмотрел, если честно. Так. Щекотливая. Ну да, да. Так, что у него? У него есть маг, у него гоблины, у него... Так. Я понял. Подожди. Давай-ка мы, наверное, вот так вот сделаем. Так, и вот так. Это будет оптимальный вариант, ребят, для нас. Он всех к бомбочке, да, притянул? А, тупырь. Понял, что он сделал? Ха. Давай так тогда сделаем. Дракон, конечно, зря под дракона, ребята. Мы выставляем это все дело. Копатель. Копатель, ребята, тут выкопался. Так, ну что, попробуем. Дракончик-то должен, по идее, упасть. Ну, ёпарасете, ну что? Подожди, пока не будем, ребят, спешить. Так, ладно. Предположим. Слушай, ну что-то он как-то уж больно жестко тут напор сделал свой. Скелет. Ладно. А мы пока с вами отправим, ребята, шар воздушный. Предположим, это будет вот таким вот образом выглядеть. Что он там? Ни магию, ничего не применяет, что ли?
Пека. Ну, Пека, да, силен, ребята, я ничего не могу сказать. Пека подбит. Так, мы с ним одинакового уровня, дракончики, ребят. Так что, да, ты достал уже своими гоблинами этими. Так. Да ладно, что, действительно, что он уничтожил? Прикрывай. Давай, 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 давай. Нет, не хватило мощей, ребята, нам уничтожить. Погнали. Такой вот армии. Слушай, достал. У них укажу, что ли, по скелету этому. Не может же быть такой быстрый откат. Ведь так? По-моему, так, ребят. Ведьма, не подставляйся. Под взрыв, господи, попали. Ладно, давай попробуем. У нас, ребята, есть секунды определенные, да? Но не знаю, сможем ли мы, успеем ли. Уничтожили. Ну, уже плюс какой-то для нас. Так, у него, смотрите, он защищается. Тут офигеть, как защищается. Пека, отвали. Так, давай попробуем. Тут что только нету. Летучие мыши. Он своими скелетами вот этими гигантскими. Да я серьезно говорю, он достал, ребят. Давай вот так вот попробуем сделать. Нам нужно этого хламона тут нафигарить. О, воу-воу-воу-воу, тихо. Ну, прорвали, да? Нет, 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 парень. Не надо сейчас вот так вот буянить. И с этой стороны, да, отправил нам подарочки, так сказать. Давай, ребята, защищаться как только можем. Но у него, естественно, маг будет посильнее моего. Так, здесь у нас что происходит? Ну-ка попробуем, ребята, с вами через воздушный шар. Смотри, что делает, а? Че? Мышка-то летает. Да ты достал, ну серьезно, тебе говорю, со своими вот этими вот барахлом со своим. Так, давай вызовем стрелка. Пека, Пека, Пека подходит к стрелку. Ух, он быстро, ребята, с ним разбирается, конечно же. Давай, дракончика. Неужели продинамим, а? Слушай, что-то мне кажется, что продинамим мы здесь с вами эту вспышку. У нас очень мало здоровья. Да ёпрасоте. Старается, конечно, старается он тут выиграть. Очень сильно. Так, давай вызовем, наверное, ведьму. Скелеты, у него нет, ребята, скелетов. У него тоже откаты по всем фронтам. И мы с вами фейлимся, да. За счет кабана мы с вами проиграли. Потому что кабан добил. Так, ну что же. Бывает такое, что ж поделаешь. Ну что, последний, ребята. Нет, какой последний? Какой последний еще может быть бой? Нет, не последний. Да, может быть, конечно, плохо, что у меня нет никакой магии в кармане, да, в рукаве. Может быть, это... У меня в основном, ребята, одни юниты здесь. Вы это, наверное, поняли. И, возможно, здесь надо убирать валькирию. Хотя мне она нравится против скелетов и против всяких там пеньков. Она очень даже неплохо заходит. Да ладно тебе. Вот так вот сразу же, да? Надо будет запомнить, что, ребята, здесь есть этот чертов копатель. Так, стрелок. А здесь, ребята, у нас гигант. Ладно, гиганта мы с вами, наверное, забомбим. Он все равно идет. Так. Ага, а тут, ребята, еще смотрите кто. Тут еще и голем ко всему прочему присоединяется. Это плохо. То, что голем сюда пришел, это очень, ребята, паршиво. И опять же Пека. Пека, ребята, под стрелков. Давай, наверное, ведьму попробуем, ребята, вызвать. Этот морячок-то неплох, в принципе, ребят, да?
То, что он вот может притягивать, это хорошо. Так, давай-ка я возьму, наверное, на себя этого мага. Валькирия пошла. Валькирия пошла у нас на башню. Ну, еще удар, е! Yeah. Так, ну что, я думаю, ребята, остается лишь только добить. Так, скелет против скелетов. Тут еще, смотри, что делает. У него скелетики были посильнее, чем мои. Ну, давай, выстрел один, лишь выстрел. Бамс. Хорошо. Так, ну что, он тут начинается отстрел. Отстрел всего, ребята, я вызываю еще дракончика одного. О, ну скелетов так, конечно, мы сейчас раскрошим здесь. Понятно. Опа, 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 ты смотри куда. Ребята, отвлекся. Отвлекся парнишка своим конником. Все. Спекся. Ву-ву. Играла вместе со мной. Довольно неплохо. Спасибо ей большое за игру. Такую довольно интересную. Ребята, еще, если мы с вами сделаем 3 победы, точнее 3 звездочки наберем, мы с вами откроем следующую главу. Поэтому на, в наших интересах это все сейчас замутить. Член команды. Понятно. Так, а у них там непонятно кто. Ну чтоб тебя. Ох, ядрить тебя на корень. Вот это... Это он, конечно, сразу рьяно так начал. Очень, ребята, круто. Серьезно вам говорю, очень круто он начал. Это вообще, конечно, жесть какая-то началась. Ну что, попробуем, я не знаю, что получится. Тут и пеки, и фигеки у нас. Хорошо, он бомбанул, ничего не скажешь. Так, что там у нас далее? Я не знаю, попробуем, ребята, шаром наказать его. Шар бомбит. И очень даже неплохо, кстати, бомбит. Слушай, по-моему, все, ребята. Приплыл он. Да, быстро. Ну, и, как я вам обещал, мы с вами открываем следующую миссию. Так. Забрать, конечно же, ребята, забрать награду. И у нас открывается, ребята, новая эмоджи. Забираем. Так. И сундук золотой. Так, деньги. 4 гема. Королевский гигант. И 3 мушкетера. Королевские рекруты. Ну и надгробие, ребята. Так, что можно поменять? Надгробие. Ай, нет, нет, это не хочу. Печку не хочу, ребят. Да эту тоже не хочу. Боевой таран. Все-таки остановился на боевом таране. Ну что, друзья, давайте, наверное, посмотрим, что у нас можно поулучшать. И хотелось бы мне посмотреть, что это за токен, который королевский. Так, что, коллекция башен? Коллекция эмоджи. Так, новая. Все. Эй, йо-хо-хо, да, типа того. Так, запрос карт. Запрос карт торговля. А, вот что у нас, ребята. Вот это эпический токен, да, и что я могу... Да я, наверное, ничего не могу купить, судя по всему. Вот этого голема, конечно, хотелось бы, наверное, приобрести себе. Но сколько он стоит? Не знаю. Тут не написано, сколько он стоит, ребят. Так. Ну что? Наверное, друзья мои, мы на этом с вами будем закругляться. Потому что мне сегодня идти на работу в ночь. Надо отдохнуть, поспать маленечко. Так что, друзья, всем большое спасибо за просмотр. Всем большое, кто меня поддерживает. Всем большое спасибо, кто любит и интересуется этой игрой. Так что, ребятушки, увидимся с вами уже в следующей серии. Ну, а с вами был Рэй. Всем пока, всем удачи и до новых скорых видосиков.